проводили разные конкурсы, и в итоге, когда мы объединились в наш большой институт, мы решили, что это будет большая олимпиада, олимпиада искусств, в которую будут включены все жанры, номинации. Живопись, музыка, театр, дизайн, декоративное искусство, вокал, индивидуальный вокал. В каждом человеке два танцора. Легкие не танцуют, кислород прекращает поступать. Ты жену свою изрубил почти на куски. Ты что натворил? Ты что не слышишь? Тебя что, передернуло? Если взять лопату, ударить по груди человека в районе легких, то танцы прекратятся. Легкие не танцуют, кислород прекращает поступать. Сегодня уже второй день проведения олимпиады. Это у нас номинация «Хоры». Печалься, сыне, злую долю кляня, по бурлящей России он торопит коня. Громыхает гражданская война, а темна да темна. Большой олимпиады по искусству, особенно для вот выпускных классов, к сожалению, не существует. Поэтому мы надеемся, что эта олимпиада получит дальнейшее развитие. Были у нас люди, которые думали, что, возможно, желающих прийти поучаствовать в этой олимпиаде будет немного. Но вот уже сегодня на таймпэде мы приближаемся к цифре 2000. Для первого года это, я считаю, что это очень хороший результат. Если так поэта измучило, он бы любимую бы на деньги бы славу выменял. А мне ни один не радостен звон, кроме звона твоего любимого имени. И в пролет не брошусь, и не выпью яда, и курок не смогу над песком нажать. Надо мной, кроме твоего взгляда, не властно лезвие ни одного ножа. Завтра забудешь, что тебя короновал, что душу цветущую любовью выжжет, и суетных дней взметенный карнавал растреплет страницы моих книжек. Мы предоставляем возможность поучаствовать в конкурсе. А. Бесплатно. Б. Победители получают возможность дополнительного балла при поступлении в наш университет. Нет. Любимая. Нет. Дорогая. Прошу, вспомни тебя, ну прошу. Родная, нет? Нет, ну пожалуйста, ну неужели сейчас, не помню? Сейчас вспомню. Я вспомню. Иди ко мне. Нет, ну ты не сказал самого главного. Да какая разница, послушай, ну какая разница? Это же совершенно не важно. Ну как не важно? Ну так, не важно, раз... Что? Какая разница вообще, что мог сказать мужчина в такую минуту? Ты все забыл? Иди сюда!